Детская познавательная программа «Открывашка». Открываем мир вместе. Здравствуйте, дорогие слушатели, юные открыватели, мальчики и девочки. Здравствуйте, уважаемые папы, мамы, бабушки, дедушки. В общем, все родственники, которые сейчас собрались у радиоприемников. Меня зовут Алексей Андреев, и мы начинаем еженедельную познавательную программу «Открывашка» здесь, на «Эхо Москвы» в Кирове. Звоните нам в студию по телефону 211-101, отвечайте на вопросы, как это по традиции у нас бывает. Ну и, конечно же, традиционно выигрывайте призы, коих у нас в достаточном количестве сегодня для вас приготовлено. Тем более, что тема будет, мы ее чуть позднее озвучим, очень и очень благодатная для того, чтобы эти вопросы слушать и быстренько на них отвечать. Так вот, по поводу темы. Сегодня день автомобилиста, 29 октября, и сегодня, естественно, тема ключевая нашей программы – автомобили. Мы постараемся ответить на вопросы, как они двигаются, вообще за счет чего, собственно говоря, автомобиль работает, когда появились первые автомобили, кто их создавал, какие правила движения на автомобилях существуют и как эти правила соблюдать, не нарушая, чтобы не создавать проблем ни себе, ни окружающим. Сегодня у нас в гостях руководитель автошколы Вятского государственного университета Наталья Солодянкина, а также преподаватель-инструктор автошколы Вятского госуниверситета Алексей Ванеев. Ну и, естественно, как всегда, помогают вести программу, раскручивать самые интересные вопросы и самые интересные темы наши юные открыватели. Это Тимур Мамедов. Всем привет. Привет. Миша Голиков. Привет. И Дима Рябов. Здравствуйте. Ребят, давайте начнем немножечко отвлеченно от темы нашей программы. На дворе каникулы, насколько мне известно, школьные, да? Все вышли уже на каникулы. Uh-huh. Как у вас обстоят дела? Как проводите время в первые дни каникул? Ну, вообще, что у вас случилось за последнее время? Рассказывайте. Тимур, похвастайся, что произошло такого интересного в последнее время? Ну, конечно, я пока на каникулы не вышел, они у нас 6 числа. Угу, чуть позднее у тебя начинаются. У меня сейчас идет такое время, что нужно исправлять все оценки, и первое время я не думал об этом, я бегал с друзьями, веселился, гулял. Первая четверть, ну, да, учебного года, как у всех. А вот сейчас в конце я хожу по кабинетам, все исправляю. Какая проблема? Какой самый проблемный какой предмет для тебя в школе? Математика. Математика. Mm-hmm. Так, надо, чтобы подтянул обязательно. Миш, как у тебя дела обстоят? Хорошо. С новшествами, с каникулами? На каникулы вышли. А чем занимаешься? Уже план есть какой-то на ближайшую неделю каникулярную? 3 ноября день рождения. А, ну, заранее, говорят, не поздравляют, но мы в гости все равно к тебе придем 3 ноября, так что жди, перед Днем Народного Единства как раз у тебя будет день рождения. Ну, у Димы, я знаю, событий достаточно много, причем есть даже какие-то события такого планетарного практически масштаба, ну, по крайней мере, регионального точно. Дима у нас кое-что выиграл, кое-что у него готовится к выходу, насколько мне известно. Дима, рассказывай, не стесняйся. Я тебе подмигнул, это означает, что можешь в полной мере хвастаться. Все, чудесно. У меня выходит моя книжка со стихами первая. Круто. Друзья, вот жаль, что за эфиром вы не слышали, какие Дима пишет стихи, как он их читает, как он их декламирует, но мы обязательно как-нибудь потом в эфире это вам продемонстрируем. Да. Вот. Ну, у меня вот уже на 31-е есть план. Я к другу пойду на целый день, там же Хэллоуин. Сомнительное развлечение, но я знаю, что его очень все любят, поэтому ты костюм уже приготовил, да? Какой-то. Ну, или да. Вы так просто собираетесь, не на костюмированную вечеринку? Ну так, костюм, конечно, есть. Есть костюм. Не будешь открывать секрет, кого приготовил в качестве главного героя? В кого будешь переодеваться? А вот не скажу. Ладно, давай, это будет сюрпризом и для тебя, и для твоего друга. Нет. Ну, по крайней мере, для друзей точно. Ну и что еще нового? Ну как, вот все закончил, четверть... Как оценки? Хорошо. Как успехи? Хорошо у меня оценки. Ну, здесь, наверное, все стабильно, все ровно. Но первая четверть в любом случае всех такая на раскачку дана была, да? Ну, я думаю, дальше у вас будет еще лучше. Возвращаемся к теме нашей программы. Это автомобили. Итак, дорогие друзья, напоминаю, телефон у нас в студии 211-101, потому что вопросы будут звучать постоянно, их достаточно много, поэтому сразу приготовьте, где-нибудь положите рядышком мобильное устройство или стационарный телефон, трубочку, чтобы быстренько набрать и правильно ответить на вопрос. Начинаем мы, естественно, с вопроса самого банального, самого такого актуального и напрашивающегося в первую очередь. Что такое вообще автомобиль? Вот как он выглядит? Все прекрасно ведь представляют, да? Потому что автомобиль с момента его появления, наверное, все-таки изменился, да? Вот нам эксперты потом подскажут. От паровой тележки до современных машин. Современных автомобилей такого футуристического уже вида. Что такое автомобиль? Ребят, кто может объяснить? Ну, что у него обязательно должно быть? Без чего автомобиль не автомобиль? Двигатель, колеса. Аккумулятор. Двигатель, колеса, аккумулятор. Правильно ведь? Руль. Руль.
Хотя, говорят, сейчас можно уже... Можно колеса и руками передвигать. На автопилоте будет ездить скоро, да. Ну да. Коробка передач. Вот это уже такие серьезные познания пошли. То есть, я думаю, не каждый юный исследователь, юный открыватель знает, особенно девочки. Кстати, вот тема автомобилей, забыли мы в самом начале сказать, она, наверное, больше все-таки мальчишеская, но сегодня вот у нас Наталья в гостях и как раз-таки опровергает теорию о том, что автомобили и женщины – это понятие несовместимое. Как раз-таки сейчас девушки, женщины очень часто, мы видим их за рулем, и очень комфортно себя там чувствуют. Мы тут уже подискутировали на тему, хорошо это или нет. Но вот все-таки, как вы думаете, без чего еще автомобиль ну, точно бы не мог существовать, и без чего мы его не представляем? Без водителя. Без водителей пассажиров. Поэтому обязательно мы сегодня поговорим про правила поведения водителей пассажиров и пешеходов, кстати, в том числе, наверное, тоже затронем. Ну, а вот по поводу коробки передач, аккумуляторов. Все прекрасно понимают, для чего они нужны. То есть это... Да, конечно. Да. Давайте, кто может конкретно сказать вот, про аккумулятор? По-моему, Тимур у нас как раз сказал, да? Ну, ребят, кто знает, что такое аккумулятор и для чего он нужен аккумулятор в автомобиле? Аккумулятор – это батарея. Нужен для фар, подсветки. Для музыки. Наверняка, да? Да. Чтобы послушать в автомобиле. А что такое коробка передач? Это коробка передач. Для чего она нужна? Первая передача не на скорость все силы дает, а на то, чтобы сдвинуть автомобиль с места. Например. Вот это да. Для это переключения уже... переднего и заднего. Если переключить шестую, то чужую, они нифига не поедут. А вообще сколько передач, ребята? Вот сколько передач в автомобиле нужно? Шесть. Ну, сколько я знаю? Пять. Ну, разные, на самом деле. Вот кто-то пять, кто-то шесть. Бывают и менее... качественное количество скоростей, поэтому... Есть автомат, еще коробка. Да, есть коробка-автомат. Есть робот. А знаете, чем отличается? Да, вот познание это... Да. Вернее, название в курсе... Я знаю, автомат – это когда с кнопочки заводишь. Не совсем. Не совсем. Это автозапуск называется. А, ну автомат – это где передач нет, там просто вот эту штуку, там драйв, паркинг. Ну вот современная молодежь, Алексей, как вы хотели, то есть тут совершенно бесполезно уже им там пытаться это объяснять, они это сами все видели, у родителей наверняка в автомобиле тоже. Итак, друзья, давайте мы задаем много вопросов здесь в студии, давайте зададим вопрос из студии нашим зрителям, кто готов, слушателям. Ну давай, Дима, ты сегодня у нас прям... Жжешь, поэтому можешь задавать первый вопрос. Ребят, не волнуйтесь, мы все вопросы обязательно ваши тоже зададим. В мире существуют страны с правосторонним и левосторонним движением автомобилей. В Европе большинство стран с правосторонним движением. К этому большинству в 1969 году присоединилась одна из европейских стран, где теперь тоже правостороннее движение. Что это за страна? Варианты ответа. А. Ирландия. Б. Великобритания. В. Швеция. Г. Мальта. То есть ты прям дал варианты. Я так понимаю, зритель, слушатель должен будет просто выбрать, назвать правильный вариант. Да. То есть ты им подсказал максимально. Ну, Дим, спасибо тебе большое за вопрос. Я надеюсь, наши слушатели, наши зрители обязательно на этот вопрос ответят в ближайшее время. Напоминаю, телефон в студии 201-101. Алексей, вернемся к вам и к вам, Наталья. Вы у нас эксперты, вы у нас люди, которые сегодня как раз-таки должны пролить свет, правильно ли все знают у нас юные открыватели, так ли они подкованы в этом вопросе. Ну и понятное дело, вот относительно устройства, что, может быть, ребята сказали не так по поводу коробки передач, по поводу аккумулятора, может быть, еще какие-то важные детали, они важные узлы и агрегаты автомобиля они забыли, о которых нужно обязательно сказать. Алексей, ну, наверное, к вам все-таки, как к мужчине. Наталья, простите еще раз. У нас есть еще, кроме коробки передач, у заднеприводных мост, в котором дифференциал. Вот, ребят, знакомое вам слово мост, дифференциал? Ну, мост, да, это каменный мост через реку. Вот. А в автомобиле мост это что? А, не знаю. Кто в курсе? Ну, задний мост, понимаете, то есть есть передний мост и задний мост. Может быть, это... Бампер мост обычно быть. Что делает? Он же что-то соединяет, да? Да. То есть он является связующим каким-то звеном между там, двумя берегами. А в данном случае что он может соединять? Как вы думаете? У нас, конечно. А у нас друзья, звонок. Уже звонок сразу. Дим, принимай. Здравствуйте, как вас зовут? Здравствуйте, меня зовут Алина. В какой вы школе учитесь? 22-й. Сколько вам лет? 8. Понятно. Хотим услышать ответ на вопрос. А повторите, пожалуйста, ответы. Ирландия, Великобритания, Швеция, Мальта. Великобритания. Неправильный ответ, к сожалению, неправильный. Дим, давай, это первое. Во-первых, девочка дозвонилась, поэтому давай будем делать маленькие бонусы, скидки. Ну и вообще просто будем добрыми сегодня, день автомобилиста. Может, Мальта? Маленькую подсказку, Дим. Нет, тоже не Мальта.
Давай, у нас сегодня третий, раз уже дал 4 варианта, мы будем выбирать их всех. Какой еще вариант? Мы дойдем до правильного ответа. Бог любит Троицу. Повторите еще. Ирландия, Великобритания, Швеция или Мальта? Остались. Вот Мальта и Великобритания уже отпали. Да. Швеция. Правильно, вот это уже правильно, да. Швеция, умница, Алина, мы вас поздравляем. Вы готовы получать права в будущем? Планируете сесть за руль? Да. Ну, слава богу, мы надеемся, увидим вас потом еще и на дорогах. Дима сразу как это закатил глаза. Нет, нормально все, не волнуйся. Она-то будет ездить по дороге с левосторонним движением, поэтому, с правосторонним, поэтому... Все будет хорошо. Расскажем за эфиром, как забрать подарок. Кстати, подарок какой будешь выбирать? У нас подарки мы так и не озвучили. Миш, что у нас есть? У нас есть книги. Энциклопедия «Легковые автомобили» 6+. Энциклопедия «Техника и транспорт» 6+. Энциклопедия «Автомобили» для ребят от 6 лет. Виктория Шваб. «Темный оттенок магии» 12+. Фред Адра, «Лис, Улис и клад саблезубых» 12+. И Дейзи Медоуз, «Ежонок Эмили» или «Корона для умницы» 0+. Еще у нас есть приглашение. Приглашение на 2 персоны на спектакль «Горячая история номер 1» в Театр кукол на 11 ноября в 14:00. Ой, мой день рождения прямо. Приглашение на 2 в КТ-кафе «Зоки». Приглашение на 2 в первый батутный парк «Марио». Приглашение на семейное посещение собачьей деревни Мохнатия. Подарочный сертификат на 4 индивидуальных занятия в школе современной музыки «Практикс Метод». Алина, как ты понимаешь, и здесь тебя ждет выбор. Большой. Причем достаточно большой. Батутный парк выбираешь, да? Да. Все, замечательно. Как забрать билеты, мы расскажем тебе за эфиром, поэтому не вешай трубочку. Спасибо тебе большое за ответы. И мы сразу давайте зададим вопрос. Миш, давай твой вопрос сразу, чтобы двигаться дальше. Кто создал и запатентовал первый автомобиль? О, классный вопрос. Как раз-таки касается первого автомобиля. Если знаете ответ, звоните по телефону 211-101 к нам в студию. Миша вам поможет, если что, так же, как и Дима. Легко и непринужденно. А можно мне ответить на этот вопрос? Нет, давай дадим возможность все-таки нашим теле- и радиослушателям. У меня есть немножко похожий вопрос. И когда? Да, в каком году был оформлен первый патент? Слушайте, это два разных будет ответа, поэтому можете, в принципе, двое даже дозвонившихся могут... Если кто-то один ответит и на тот, и на другой, значит, получит большой подарок. Если это будут два человека, мы будем рады принять оба ответа. Правильно, да, тебе? А можно мне ответить на один, пожалуйста? Эх, Дим, я понимаю, как тебя сейчас поднимают. Поверь, мы бы тоже хотели ответить с Алексеем, вот и с Натальей, мы тоже хотели получить подарки. Но мы тоже знаем. Я хочу получить подарок. Давай, Дима, оставим все-таки возможность нашим уважаемым слушателям ответить самим. Я думаю, может быть, от гостей потом будет какой-то вопрос, на который ты с легкостью сможешь ответить и продемонстрировать свою эрудицию. Давай так договоримся, окей? Задайте мне вопрос. Зададим. Ну, а пока давайте будем задавать вопросы как раз-таки нашим экспертам. Ну вот, раз уж упомянули там задний мост, как вообще колеса-то как раз в движение приводятся? Кто знает, ребята? Вот за счет чего? Ну, то есть, понятно, двигатель каким-то образом приводит движение в колеса, да? Мы все это понимаем? Инерция. Вот сейчас начались уже там сомнения, какие-то догадки. Алексей, рассказывайте, что же с помощью чего колеса начинают крутиться, вращаться? Ну, у нас колеса начинают крутиться за счет вращения валов. А все первоначально начинается с возвратно-поступательного движения поршней в цилиндре. То есть стакан в стакане ходит, и с помощью коленвала это преобразуется в вращательное движение. Коленвал, это, я даже не знаю, как это объяснить. Он я был, вот его зрительно представляю, как объяснить это младшим. Он был изобретен еще арабом в 13 веке, арабским изобретателем. То есть, представляете, в 13 веке появилось то устройство, которое мы используем до сих пор и которое успешно работает. Но оно немножко в другом виде. А? А зачем араб его изобрел? Уже автомобиль вот, кстати, себе да, хотел. Хороший вопрос. Зачем он нужен был арабам в то время? Ну, изобретатели, им надо было воду перекачивать. То есть сначала немножко другие цели-то были, да, у коленвала? Ну, он и не железный был, соответственно. И деревянный. Ну, да, там... Вероятнее всего, да. Железо-то позже пошло уже, и стали делать это. И в двигателе как раз вот эти вот колена у валов стали использовать для перехода этого работы поршня возвратно-поступательного вращательного.
Вот, слушайте, ребята и уважаемые эксперты, у меня вопрос к вам. Вот если сможете ответить, наверное, будет вообще здорово. Смотрите, ну мы примерно представили, да, ввиду ограниченности времени, что вот есть двигатель, есть там аккумулятор, коробка передач, есть коленвал, есть мост, и там есть колеса в автомобиле. И вроде как он должен двигаться. А вот он точно будет двигаться, если все эти составляющие будут в сборе? Точно он поедет? Или все-таки нет, нужно что-то еще? Бензин. О, про бензин топливо заговорили, да? То есть как все-таки двигается автомобиль? За счет чего топливо он двигается? За счет топливо, чего не бензин. Топливо. Да. Топливо бывает уже разное. Да. Сейчас уже не только на бензине. Какие еще виды топлива знаете? Керосин. Дизель. Газ. Солярка, ну пусть будет так, да? Дизельное топливо. Солярка. Дизельное топливо, это оно и есть. Что еще? Да. На чем еще? Газ. Электрический. Да, есть электродвигатели. Там по-другому. Да, электродвигатель там по-другому. Да. Там вращение просто, чистое вращение. А, какие, а виды топлива? А виды топлива еще? Виды топлива? А, один ученый изобрел топливо на грибах, и ему дали премию резиновые галоши. Ну, насколько я знаю, сейчас альтернативных видов топлива очень много. Стараются там все, что вот утилизируемое, пытаются превратить в какой-то вот источник энергии, в том числе в вид топлива. Это как... Скоро будем ездить на картофельных очистках. Не удивлюсь. Это как в фильме «Назад в будущее» про этот мистер Дарлик, или как там он назывался, этот такой белый прибор, там раньше нужно было плутония. Там. Который, да, профессор, да, профессор изобрел, да. И вот он тут как раз слетал в будущее. Отходы, да, у него... туда, да, 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 он весь мусор скидывал. Вот, я думаю, это было бы вообще здорово, тогда как раз не пришлось бы вот эти свалки, да, устраивать, или перерабатывающие заводы. Тоже, или как вот, просто так важно, трактор Митя, который работал, тоже ему туда суп заливали, винегрет. Есть ответ, Миш, не знаю, чей твой или Тимура будет сейчас вопрос все-таки, кем был запатентован и когда, вот такой у нас был. Итак, принимайте, Миш, давай начнем с тебя. Привет. Здравствуйте, меня как? Зовут Силуэт, мне 11 лет, я учусь в школе наверное. Ну и ответ на вопрос. Карл Бенц. Правильно, а в каком году не знаешь? Это уже другая история, да? Но Тимур готов будет тебе подсказать, помочь? Или, может быть, у тебя уже есть ответ всего вот по поводу года, когда был вот этот патент получен? Ну, в любом случае, давай не будем тебя долго испытывать на прочность. Сева, выбирай подарок. Я надеюсь, ну, мы немножко только еще раз повторим, да, Миш, что у нас там книги, билеты есть. В 1989 году. В каком? В 1889 году. Тимур? Ну, немножко неправильный ответ. Патент был оформлен в 1906 году. Нет. В 896. А, в 896, ну, извиняюсь. Так что правильно он сказал? Ну что, получается, Сева, понимаешь, ты даже здесь, на студию, сумел сейчас ввести в некоторое сомнение. То есть у нас уже появились споры между юными открывателями и экспертами. Это здорово, поэтому, Сева, выбирай подарок, какой тебе нравится. Можете повторить, без билет. Куда есть билеты, Миш, еще остались? Билеты. Марио у нас уже ушел, билет. Приглашение на две персоны на спектакль «Горячая история номер один» в театр «Кукол» 11 ноября в 2 часа дня. Приглашение на двоих в кота-кафе «Зоки». Приглашение на семейное посещение собачьей деревни «Мохнате». И подарочный сертификат на 4 индивидуальных занятия в школе современной музыки «Практис Метод». Итак, твой выбор. Тяжело, я понимаю. На индивидуальное занятие. Замечательно, отличный выбор. Сева, опять же, за эфиром расскажем тебе, как получить подарок, все, что нужно для этого сделать. Спасибо большое. Кстати, у меня есть вопрос, да, на Тимур, тему, давай, фильма «Назад в будущее». Угу. Как называлась машина из фильма «Назад в будущее»? Отлично. А можно мне еще задать вопрос? Давайте два, потому что тема благодатная, мы уже об этом говорили. Давай два вопроса. Итак, первый еще раз, Тимур, повтори, пожалуйста. Как называлась машина из фильма «Назад в будущее»? А можно мне ответить? Марка автомобиля нет. Дима, все, мы с тобой уже договорились сегодня, только на вопрос от эксперта. Теперь твой вопрос, Дима. Да. Автомобиль с каким двигателем впервые в 1899 году развил скорость более 100 км в час? В каком году? В 1899. В 1899. Давно. То есть это более века тому назад. Да. Развил скорость более 100 км в час. С каким двигателем? Ну, сейчас с этой скоростью никого не удивишь, а в то время это, конечно, была космическая просто какая-то скорость. В общем, друзья, ребята, отвечайте на вопросы Тимура и Димы.
звоните по телефону 211-101 к нам. Это было первое нарушение ПДД, да? Да. Ну, уже тогда было, да. Задайте вопрос, мы пожалуйста. Мы по правилам как раз дорожного движения обязательно да. тоже вернемся к ним еще. Сейчас вот мы обратим внимание на то, что у нас есть прямо в студии, потому что вот эти механизмы, они даже меня смущают несколько, а уж ребята должны подавно заинтересовать. Итак, 211-101, отвечайте, звоните, будем рады вручить вам подарок за правильный ответ. Ребят, кто знает, вот не читайте, попробуйте не читать, я-то у меня перед глазами все, что здесь находится, а вы попробуйте не читать, вот что, как вы думаете, находится рядышком с Алексеем, что же это такое? Мне кажется, это какая-нибудь, может, система охлаждения или что-нибудь типа того. Это вот это? Компрессор. Да. А почему ты решил, что это система охлаждения? Ну, вот тут вентилятор есть. Увидел вентилятор, часть вентилятора, половина. Молодец. Да. А вы машину разобрали, что я дальше принесла? Специально для вас. Спасибо. Причем самую дорогую, Бугатти, разобрали вот прямо и здесь это как раз лежит. Система охлаждения для чего нужна, Алексей? Вот у нас уже просто есть ответ буквально в нескольких словах. Для чего нужна система охлаждения? Это еще один важный агрегат в автомобиле. Что вообще охлаждает? Когда двигатель работает, происходит воспламенение смеси, она горит, выделяется тепло. Дальше детали трутся друг от друга, опять при трении выделяется тепло. И это тепло надо отвести от двигателя, чтобы он не встал, не заклинил. Поэтому и приспособили систему охлаждения в блоках двигателя. Есть рубашки, в которых залита охлаждающая жидкость. А чтобы еще не перегревался, поставлен насос, чтобы эту жидкость гонял, и охладитель. То есть мы его сейчас называем радиатор. А как жидкость называется охлаждающая, кто знает? Вода. Охлаждающая жидкость, так это называется. Вода, дальше. А, вот это, как это называется? Может быть, то, что мы заливаем в капот машины. Под капот. Ну, под капот, да. Да, что же мы заливаем? Ну, раньше заливали воду, да, я согласен. Теперь что мы заливаем? Специальная жидкость какую-то сейчас есть. Какую-то штуку такую красную заливаем. Не обязательно красную. Она бывает еще голубенькая иногда. Да, но это, ну заливаем, я не знаю. На буковку Т называется. Мы не знаем. Или на буковку А. Или на буковку А, да. То есть и то название. В общем, запоминайте новые слова. Какая-то штуковина, такая вот канистра с такой красной или голубоватой жидкостью. Тосол, запомните. Тосол. Точно тосол. И антифриз. Точно, знаете. Все знали, просто забыли. У нас есть просто уже давно ответ. Мы должны были про систему охлаждения все-таки все сказать. Но теперь возвращаемся к нашему слушателю. Я приму. Принимайте. Здравствуйте, как вас зовут? Сколько вам лет и в какой школе вы учитесь? Меня зовут Андрей. Я живу в 61-й школе, мне 9 лет. Так, на какой вопрос вы хотели бы ответить? Ну, вопросов два было. Да, первый вопрос был, как назовите марку автомобиля, который снимался в фильме «Назад в будущее», правильно, Тимур? Ну, название. Да, название прям. И второй вопрос был от Димы. В каком году, вернее, в 1899 году, какой автомобиль развил скорость больше 100 км в час? Можно мне ответить на второй вопрос? Да, можно. Электрический двигатель на аккумулятор. Правильно, электрический двигатель, да. Угадал. Не угадал, он знал. Вот там даже звучат аплодисменты в адрес правильно ответившего нашего гостя, зрителя, слушателя. Спасибо большое. Что выбираешь? У нас есть замечательные книги, кстати, про автомобили. Вот советую обратить на них внимание. А что еще есть? Ах как, книги читать никто не хочет. Миша, расскажи еще, что у нас осталось. Приглашение на две персоны на спектакль «Горячая история номер один» в Театр кукол 11 ноября, 2 часа дня. Приглашение на двоих в КТ-кафе «Зоки». Приглашение на семейное посещение собачьей деревни Мохнати. А можно вот на семейное? Семейное посещение собачьей деревни Мохнати. Собачьей деревни Мохнати, правильно мы понимаем? Да. Все, замечательно. Билеты уже твои. Спасибо большое за ответ, за эфиром. Узнаешь, как забрать твой подарок. Продолжаем. Вопрос, пожалуйста, какой-нибудь мне. Дим, подожди, сейчас мы напомним нашим слушателям вопрос Тимура и телефон, еще раз, по которому можно дозвониться. Итак, еще раз вопрос. Как называется машина из фильма «Назад в будущее»? Все. Дима знает. Если никто не ответит, тогда назовем. И Миша знает. Да мы все тут знаем. Но очень хочется, чтобы ответил кто-то, кто не находится сейчас в студии. Итак, звоните 211-101, дорогие друзья. Очень хороший вопрос, очень хорошие подарки. Ничего сложного нет. Звоните родители, если что, помогайте. Мы, в принципе, рады будем, если вы там будете совместными семейными усилиями все это, собственно говоря, делать. Продолжаем. Что вот здесь? Там, может быть, вы уже разобрались. Что вот здесь представлено? Кто в курсе? Не читайте, не подглядывайте. Попробуйте вот так.
навскидку, только увидев детали механизма. Итак, Дима, твой вариант. Это система освещения фар? Нет. Тимур, Миша? Бензонасос. Ну, тут точно фары. Тормоза. На самом деле тут не фары, тут один фонарь очень важный, он красного цвета. Это что за фонарь? Тормозная система. Красавцы просто. Вот говорят, подрезать тормоза, вот эту штуку перерезают, да? А вот сейчас нам Алексей как раз и расскажет. Алексей Петрович, давайте уточняйте, что же здесь такое представлено, что, из чего состоит тормозная система, основные какие детали. Там уже потому что есть ответ, поэтому опять же придется очень быстро. Да? Да. Ну, здесь представлена тормозная система стандартного автомобиля. Это рабочая тормозная система, то есть та система, когда мы нажимаем на педаль тормоза, машинка должна останавливаться. Разогнать мы разгоняем двигателем, останавливаться она все равно должна. Состоит вакуумный усилитель. Это вот он, да? Нет, вот он нарисованный. А, он нарисован еще. Да. Видите, я тоже не все знаю, ребят, большой. Поэтому. Для чего он предназначен? Он предназначен для уменьшения усилия нажатия на педаль тормоза водителем. Чтобы нам не вжиматься в спинку, не давить на большой скорости педаль тормоза. То есть он как бы дополняет движение наших ног. Усиливает. Дальше главный тормозной цилиндр, который распределяет по цилиндрам колесным жидкость тормозную. И, соответственно, сами тормоза. Задние у нас барабанные, но сейчас все больше и больше задние ставят дисковые. Передние у нас идут дисковые тормоза. Все равно лучше зажимать диск между поршнями, между колодками, чем колодки разжимать и прижимать к барабану к диску. Эффективнее торможение. Угу. Ну, говорят опять, что тормоза придумал слабый, но это они нужны. Мне, конечно, без тормозов, как вы понимаете, наверное, вообще невозможно двигаться. Слава богу, что тормоза есть, и самое главное, чтобы они всегда были исправны. Да. Задним ходом. Это, знаете, как новый сериал вышел. Задним ходом, если ты немножко не рассчитаешь, если у тебя лето, ты можешь разорвать коробку передач. Про тормоза там говорили. Да. Тормоза придумали трусы. Ну, в общем, кто придумал тормоза, трусы или смельчаки, мы так и не узнаем никогда. Я все-таки за вторую позицию, потому что только смелый человек может вовремя затормозить, а потом двигаться дальше. А у нас есть, кстати, ответ на вопрос. Итак, принимай, Тимур, это твой был вопрос. Привет. Здравствуйте. Сразу представиться. Меня зовут Рита, мне 14 лет, я учусь в 70-й школе. Рита, это наш давний уже гость, слушатель. Который постоянно звонит, да. Это здорово. Давай, отвечай. ДЛРМ, ДМС-12. Как еще раз? ДЛРМ, ДМС-12. Правильно. Абсолютно точно. Абсолютно точно назвали, да, Тимур? Да, ДЛРМ. А знаешь ли ты, уважаемая наша гостья, наша слушательница, выпускаются эти автомобили или нет? До сих пор. Наверное, нет, да, это вот, нет. К сожалению, автомобиль, который... Там завод обанкротился, сейчас его выкупили. Да, то есть сейчас просто этого автомобиля не найдешь, если только где-то в частных коллекциях. Автомобиль-легенда. Да, автомобиль-легенда. Да. А в чем еще он легендарный, кроме того, что он снялся в этом фильме? Из чего он был сделан? Вот кто знает особенности? Он сделан был из какого-то дорогого металла вроде. Не, он не из дорогого, как раз из простого был металла, поэтому у него цвет был такой соответствующий. Ну, зато это очень хороший. В общем, мы об этом поговорим чуть позднее. Давайте все-таки дадим подарок. Правильный ответ прозвучал. Мы вновь, вот всячески стараюсь, как старший товарищ своих соведущих, намекнуть, что книги очень хорошие. Поэтому обратите на них внимание. Если вам хочется почитать классные книжки, выбирайте. Миша, напомни, какие, пожалуйста, есть книги. Энциклопедия «Легковые автомобили» 6+. Энциклопедия «Техника и транспорт» 6+. Энциклопедия «Автомобили» для ребят от 6 лет. Виктория Шваб «Темный оттенок магии» 12+. Фред Адр «Лис Улис и клад саблезубых» 12+. И Дейзи Медоуз «Ежонок Эмили» или «Корона для умницы». Очень много всего прозвучало, может быть, не сразу все воспринялось, но вдруг... Вот предпоследнее. Предпоследнее, все отлично. В общем, более подробно автора и название этой книги мы расскажем за эфиром, и в том числе, как можно будет этот подарок забрать. Спасибо, Тимур, за вопрос. Ребят, давайте перед тем, как мы уйдем на перерыв, зададим еще один вопрос. Миша, готов? На заводе какой фирмы был создан первый автомобильный конвейер? Все, отличный вопрос. Друзья, мы уходим на небольшой перерыв, но обязательно вернемся. Звоните нам по телефону 211-101. Ну что ж, дорогие друзья, недолгим было наше расставание. Мы вернулись, немного тут отдохнули от обилия информации и в том числе от информации непосредственно про автомобиль.
Мы обязательно еще продолжим тему истории возникновения автомобиля. Может быть, какие-то вспомним фамилии. А, кстати, ребят, какие известные фамилии вы знаете, вот, связанные с автомобилями? Ну, кроме вот Бенца, которого уже назвали. Форд. Еще. Форд, конечно. Еще? Ламборджини, Феррари. Энцо Феррари. Энцо Феррари все знают. Ламборджини. Ламборджини. А вы знаете, что Крайслер – это тоже фамилия? Вот знаете такую автомобильную марку? Делориан, тоже... по-моему, это тоже фамилия. Вот здесь утверждать не берусь, но вероятно, вероятно, есть какая-то доля правды в этом. А вы знаете, что Мерседес – это женское имя? Да, Мерседес. А чье? Это дочь Бенса. Ну, короче, ну, это дочь. Наших ребят не проведешь на Микине, они знают абсолютно Бенса. Практически все. Ну, это дочь изобретателя Мерседеса. Это дочь Даймлера. Дочь Даймлера, это были два партнера на самом деле. В 26-м году Даймлер и Бенс объединились в одну корпорацию. А вот концерн Даймлера. Отсюда пошло Мерседес-Бенс. Итак, вот мы немножечко как раз тут подискутировали, опять же, на тему имени дочери Даймлера или Бенса все-таки. А у нас уже есть ответ. Ответ на вопрос Михаила. Миша, знаете, принимай. Привет. Дим, секундочку. Привет. Здравствуйте, меня зовут Витя. Мне 8 лет. Я учусь в 70-й школе. И на заводе какой фирмы был конвейер первый? На заводе Форд. Правильно. Правильно. Какой приз ты бы хотел получить? Приглашение или книгу? Приглашение. Давай мы тогда приглашение тебе. Миш, выбирай, какое приглашение Вите подарим. Как считаешь? Можно мне без билеты? Билеты в театр? Правильно да. Мы понимаем? Все, да, замечательно. Все. Ведь отличный выбор. Все, опять же, за эфиром тебе расскажут, как забрать вместе с родителями сходишь на этот замечательный спектакль. Продолжаем. Тимур, так, у нас два вопроса было уже от Димы, два вопроса от Миши, от Тимура был пока только один, насколько я помню. Вопрос такой официальный. Ну, давайте, у кого есть хороший вопрос, задавайте, чтобы сразу был ответ. Да. Вопрос. Ну, еще тут у меня длинная предыстория, но я задам ее, я расскажу после вопроса. Так, секундочку. Вопрос. Что производил в своей мастерской Ламборджини до производства автомобилей? И что производится с успехом до сего времени? Предыстория. В Италии существуют две легендарные марки спортивных автомобилей. Феррари и Ламборджини. Эти были два владельца мастерских. Феррари был первым, стал производить спортивное авто в своей мастерской. Ламборджини приобрел... Димочка, я тебя на секунду прерву. Давай мы сейчас четко скажем вопрос, чтобы можно было уже дозваниваться, пока ты читаешь предысторию. Что производил в своей мастерской Ламборджини до производства автомобилей? И что производится с успехом до сего времени? То есть Ламборджини под этим брендом производится до сих пор какой-то другой продукт, да, не автомобиль. Да. Итак, друзья, так, отвечайте на этот вопрос. Звоните по телефону в студию 211-101. Ага, может так. Ламборджини, приобретя автомобиль Феррари, остался недоволен его качеством и пришел к Феррари жаловаться. На что получил высокомерный ответ. Нечего критиковать, если не можешь сам построить лучше. Ламборджини очень обиделся, вернулся в свою мастерскую и построил автомобиль лучше, чем у Феррари. У Феррари, вот. Вот поэтому... это интересное замечание. Ребята, давайте вам знакомы с той, с другой маркой, да? Как вы считаете, какой автомобиль круче? Такой чисто мальчишеский вопрос. Кто круче, Ламборджини все-таки или Ламборгини, или Феррари? Ламборджини. Вот до сих пор эти мнения, представляете, весь мир до сих пор, мне кажется, отвечает на этот вопрос и примерно 50 на 50 разделились, потому что кому-то хочется Ламборджини Мурсилага, а кому-то Энцо Феррари вот хочется прям получить или Феррари F50 и гонять по городу, по нашим дорогам. Я Феррари хочу больше. Я тоже Феррари. А цвет какой лучше для спортивного автомобиля? Желтый или красный? Бордовый. Еще веселее. Красный! Вопрос, да? Бордовый. Красный или... Ну, в общем, наверное, все-таки вообще зеленый. Наталья, еще раз добрый день. Вводим в нашу беседу мужскую замечательную девушку, которая у нас сегодня в гостях. Прекрасная половина человечества за рулем и рядом с ним. Причем не просто прекрасная половина, это руководитель автошколы Вятского государственного университета Наталья Солодянкина. Наташа, вы же прекрасно понимаете, почему мы сегодня в студии, потому что автомобили, как это ни печально, являются еще и повышенным источником опасности. Несмотря на то, что мы без автомобиля жизнь не представляем, ездим на нем постоянно, и автотранспорт плотно вошел в нашу жизнь, но есть правила, которые ограничивают и движение автомобилей, и регулируют деятельность пешеходов. Вот что обязательно нужно нашим юным друзьям помнить всегда? Какие правила самые основные, самые важные, на ваш взгляд? Самые важные правила – это внимательность. Без внимательности, значит, ты попадаешь в опасность. Внимательность. Да, Дим, у тебя тоже какой-то вопрос. Нет, у меня интересный факт есть. Факт? Да. Про правила? Нет, ну не про правила, не совсем, про автомобили. В год
в автомобильных авариях погибает больше народу, чем в за боевые действия в Сирии. Вот, то есть это как раз-таки факт. Наверное, как раз-таки по причине элементарного несоблюдения или незнания правил дорожного движения. Да. Ребят, скажите честно, это к вам вопрос. Только честно сейчас отвечайте. Всегда ли вы переходите дорогу по установленному пешеходному переходу? Нет. Нет. Ну, где он есть, то по нему перехожу. Да, ну, по крайней мере... Где его нету? Где его нету? Или если он рядом, то я по нему, а так налево-направо и перехожу. Налево-направо и перехожу. Ну вот я не знаю даже, стоит ли тут сильно жюрить наших ребят. Не жюрить, да, родителей жюрить. Надо, конечно, все-таки, наверное, родителей, да. Ну, что уж греха таить, мы сами родители и тоже иногда нарушаем правила. Это не очень правильно, наверное, говорить в эфире. А вы нарушаете? Нарушали, по крайней мере, поэтому... Это провокационный вопрос, Дима. Наверное, сложно сейчас будет на него сразу так сходу ответить, смотря какие правила и смотря в какой ситуации. Но все-таки правила стараться нужно не нарушать, это однозначно. Есть просто правила, которые, ну вот, наверное, не то чтобы можно нарушить. Нарушать ни одно правило нельзя, это однозначно, то они и созданы. Просто бывают ситуации, когда, к сожалению, наверное, вот приходится. Во избежание более каких-то серьезных последствий приходится что-то вот в какой-то момент обойти или нарушить. Ну, надеюсь, что таких ситуаций в вашей жизни будет все меньше и меньше с каждым годом. И вы будете все внимательны, особенно когда сами станете уже полноправными автовладельцами. Ага. Вот еще тоже интересный факт. Тоже вспомнил. Нам рассказывали в школе, но это, по-моему, насколько я помню, было не в Кирове. По мосту ехала машина, и там на этом же мосту переходила старушка в неположенном месте. И автомобилист, чтобы ее спасти, резко свернул и упал в реку. Ну, таких фактов, наверное, можно за историю автомобильного движения вообще и жизни с автомобилями. Потому что встает выбор или спасать пешехода, или спасать тех, кто в автомобиле. Да, ну старушка выжила. На самом деле, а вот ребята, знаете, какая на самом деле, вот я думаю, эксперты со мной полностью согласятся, да, это факт. В данной ситуации как раз-таки водитель автомобиля поступил абсолютно правильно, то есть по правилам. То есть, несмотря на то, что пешеход переходил дорогу в неустановленном месте, в неположенном, все равно водитель, как опять же, человек, который находится за рулем средства повышенной опасности, он все равно должен максимально минимизировать вот эти все риски и сохранить жизнь пешехода. Еще лучше предусматривать всякую нештатную ситуацию. Да. Насколько я знаю, автомобилист умер, когда упал в реку на автомобиле. Ну, давай, печальная история, мы все-таки сегодня затрагивать не хочется. Воскресенье, утро, к сожалению, да, еще раз напоминаем, и юным слушателям, и вам, ребята, и родителям, да и самим себе мы всегда должны напоминать, что действительно автомобиль, несмотря на то, что это уже не роскошь, а средство передвижения, неотъемлемая часть нашей жизни, это повышенный источник опасности. Вот минимизировать риски – это правильно, это хорошо. Сейчас ведь наверняка еще помимо того, что есть правила, есть еще и сами по себе системы в автомобиле, которые помогают обезопасить и пассажиров, и пешеходов, правильно? Какие вот системы, наверное, такие самые актуальные сейчас? Ну, в автомобиле это, скорее всего, ремень. Ремень. А для детей это детское устройство. Вот тоже не забывайте, что до определенного возраста, к счастью или к сожалению, ребята, нужно ездить только в кресле, да, в специальном удерживающем, либо со специальным удерживающим устройством. Это тоже важный факт. Ну, плюсом есть, что еще, какие средства безопасности есть в автомобиле для пассажиров? У некоторых это... подушки безопасности. Да, подушки безопасности, да. Сколько я знаю, подушки безопасности. Не у всех. Каркас К сожалению, машины, не у всех, Дим, каркас да. машины тоже. Если ты куда-нибудь врежешься, если ты на мотоцикле едешь, на машине, это разные вещи. Ну, каркас, конечно, да. Есть даже специальные краш-тесты, так называемые. Да. Знаете, да, видели, когда манекен разгоняет машину на определенной скорости, он в лобовое столкновение, и вот как раз-таки каркас, подушки безопасности, как работают. А знаете ли вы системы, которые есть для обеспечения безопасности пешеходов в автомобиле? Слышали о таких? Поворотник. Ну, сигнал. На самом деле сигналы. А, бибикалка. Сигналы, в том числе кенгурин. Звуковые, это тоже хороший способ обезопасить. Ну, кенгурин скорее наоборот, наверное, пешеходу это, не поможет. Нет, он противопоказан, так сказать. А вот по поводу кенгуринов, вы знаете... Кенгурятник вроде не кенгурин. В начале 20 века в Европе было придумано классное устройство. Ну, тогда автомобили, конечно, ездили не с такой скоростью. Скорость была намного меньше. Но было классное устройство наподобие ковша. То есть ковш с сеткой, и он прямо крепился впереди автомобиля. То есть, когда автомобиль двигался по дороге, если какой-то зазевавшийся пешеход все-таки под него попадал,
то вот он падал в этот ковш, сетку и практически безболезненно продолжал там свое движение. Но это, понятное дело, такси. Маленькая была скорость автомобиля, маленькая очень. Точно, сел, можно сесть, этот ковш и ехать спокойно. Можно так, некоторые, наверное, так и пользовались, такси. Да, какую-то часть там дистанции проезжали в этом удерживающем устройстве. Что-то у нас как-то пока не отвечает на вопрос, напомните его, пожалуйста. Мой? Да, Дим. Твой вопрос. Что производилось в твоей мастерской Lamborghini для производства автомобилей? Что производит с успехом до сего времени? Да, дорогие друзья, до окончания программы не так, но на самом деле много времени, поэтому, пожалуйста, успевайте дозвониться по телефону 211-101. Дима сегодня просто не хочет уходить с пустыми руками, поэтому, уважаемые эксперты, вопрос специально для Димы. Задайте ему какой-нибудь вопрос, Наталья. Дим, скажи, пожалуйста, с какого возраста можно ездить на велосипеде по улицам? Опа. По улице? Имеется в виду по дороге или по тротуару? Вообще, по улицам. Тротуар тоже элемент дороги. Да. Вот, имеется в виду по проезжей части. По дороге с 16 лет, насколько я помню. Нет? По дороге, значит, 14. А по тротуару... Сейчас я подумаю. С 8? По-моему, не с 8, по-моему, там с 10 надо ездить на тротуар. И то с сопровождением родителей. Да. То есть по тротуару на велосипеде запомнили все. Дима, молодец. Давайте Диме поаплодируем. Хотя первый ответ Дима вспомнил. Было 16 лет. Вспомнил. Ну, пожалуйста. Ну, да, мы же допускаем подсказки. В общем, мы придумаем, что тебе подарить. А можно я хочу? А можно саму выбрать? Мы потом обязательно подумаем. Давай еще один вопрос тогда зададим. Может быть, вопрос про Lamborghini и его занятия помимо автомобилей достаточно сложный. Может быть, не сразу ребята находят ответ. У кого есть вопрос попроще, ребят, давайте. Ну, оба. Три вопроса у нас будет сейчас в эфир. Давайте тогда первый. Угу. Какая самая быстрая машина в мире и какую скорость она способна развить? Вопрос интересный, потому что здесь можно даже немножечко поспорить. Может быть, там какие-то новшества, которых мы не знаем. Поэтому, друзья, звоните, любой ответ относительно скоростных, быстрых автомобилей мы примем. Миша, еще твой вопрос. Какое прозвище было у самой выпускаемой модели Форда Форд Т? Ох как. Тоже классный вопрос. Да. Итак, вопрос про американский автомобиль, вопрос про автомобиль европейский и вопрос про автомобиль тоже европейский. Да. В общем, ребята, отвечайте на любой из этих вопросов, получайте подарки. Телефон в студии у нас неизменен, 201-101. Наталья, продолжим. Как вот вы оцениваете ситуацию с, ну, просто с соблюдением правил дорожного движения и вообще, как сами водители, которые прошли, кстати, обучение, допустим, в автошколе, насколько хорошо они потом соблюдают правила? Есть ли гарантия того, что, пройдя обучение в автошколе, получив права, водитель будет правила соблюдать? И насколько в вашей школе за этим следят? В нашей школе за этим следят очень строго. Мы хотим, чтобы наши... Да, кстати, вот если кандидаты... кто забыл, Алексей Ванеев, да, еще один наш гость, это преподаватель и инструктор непосредственно автошколы Вятского госуниверситета. Чтобы наши кандидаты не попадали в аварийные ситуации, поэтому все строго. Теория «Автодром город» мы принимаем и школьные экзамены в автошколах существуют, потому что если мы не проведем школьные экзамены, мы их не допускаем до ГИБДД. В ГИБДД у нас главный экзамен, там у нас инспектора уже принимают экзамены и потом выдают только водительское удостоверение. Мальчишки, готовьтесь, если будете сдавать на права, я не знаю, сколько сейчас билетов вот в тесте, в экзамене вообще, билетов, в принципе, билетов. Билетов существует 40. В каждом билете по 20 вопросов. Да, то есть, вы представляете, 800 вопросов вам нужно будет подготовить. 800 различных ситуаций дорожных, которые нужно будет изучить, проанализировать и запомнить. Сейчас готовят вас к тому, чтобы вы начали учить билеты, а не правила. А вы нам дадите? Нет, я имею в виду, что 800 билетов – это как экзамен, а правила-то, я думаю, они и так уже должны учить. Ну, когда правила знаешь, билеты решаются на раз-два. Для этого, наверное, в школе. Кстати, в школах ведь сейчас есть у вас основы какие-то безопасности дорожного движения? Да, проходите? К нам приходила тетя в погонах и рассказывала. Представитель ГИБДД как раз. Два раза. Представитель ГИБДД. Но они рассказывают в основном такие, наверное, самые базовые правила. Их еще достаточно много, помимо того, что рассказывают в школе. Поэтому не стесняйтесь, изучайте правила дорожного движения. Ну, а потом, да, действительно, билеты будут сдавать проще. Но просто все равно, я как представлю, вот эти 800 билетов. Вопрос. Как много... у нас уже есть ответ на вопрос? Нет еще пока? Вопрос давайте тогда от вас еще. Тоже мне? Нет, это уже будет зрителям. Будет четвертый вопрос. Ты себе удари. Вопрос очень легкий, потому что все знают даже с 3 лет, сколько имеет сигналов светофор. Я хочу вопрос ответить, дайте, пожалуйста. Дим, ну давай мы кому-нибудь другому. Нет, другому. Мне. Есть сразу 3 руки. Нет. Давайте все хором. На 3 сигнала светофора. Как? Какие? Красный, желтый, зеленый. Молодцы. Молодцы, давайте тогда вопрос посложнее. А есть еще у нас белолунный сигнал светофора? Это где?
Как на ЖД-переезды, да, правильно, ЖД-переезды, полосы для маршрутных транспортных средств, для трамваев белолунных. Вот забываю, Дима просто видел трамвай вообще в жизни своей? Не видел трамвай. Но вот есть там, у них светофор выглядит совсем не так, как обычные светофоры наши. Он такой треугольный, и на нем белолунные сигналы одного цвета. То есть там цвет не меняется, там просто разная последовательность. В общем, много еще чего нам предстоит изучить. Вопросы мы задали, осталось только услышать правильные ответы. Много ли девушек, вот Наталья, опять вернемся к этой теме, много ли девушек сегодня приходится сдавать на права? Ребята, у вас есть знакомые девушки, женщины, которые водят автомобиль? Мама. Мама. Мамы? Ну, мама сейчас, наверное, практически у всех, да? Только мама и все. А как часто мама за рулем? Постоянно? Свой автомобиль? Или мама, или папа периодически разрешает порулить? У нее есть и свой, и папа разрешает. Все понятно. Да, ну, точнее, оба ее уже, наверное. Наталья, а вот на вашей практике как часто? Ну, данное время сейчас у нас в автошколе обучается 70/30. 70 у нас девушки. 70% это девушки, 30% мужчины, ребята. У нас даже вот сейчас есть группа дневная, в основном у нас там мамы. Молодые мамы приходят, 10 человек, одни девушки. Чтобы в школе, чтобы в школу своих детей возили, а то бабы просыпаются. Ну, конечно, конечно. Нам папам сложнее, у нас же столько работы, у нас же столько забот о мировых проблемах, поэтому мамы, конечно, да, мамы вынуждены возить детей в школу. И на чем это делать? Только на автомобиле. Ну, а по поводу успешности, сдачи экзаменов, тестов, водительского какого-то мастерства, все-таки кто, опять же, сильнее сейчас? Ну, так, на практике, наверное, и к вам, Алексей, и к вам, Наталья, вопрос. По правилам, скорее всего, у нас девушки выигрывают, потому что они более внимательные, более ответственные к этому. А уже в вождении, потому что, мне кажется, в крови уже у молодых людей, чтобы водить правильно, чтобы уметь, это все знают, это только молодые люди могут. В вождении у них на 100% получается. А вот по поводу знаков, ну, ребята наверняка тоже какие-то основные дорожные знаки в курсе, да, как выглядят? Какие знаки, вот, ну, так, навскидку сразу вам приходят? Пешеход и переход. Не обгонять. Вот, пешеходный переход, самый главный знак, я думаю. Пока ты пешеход, это самый главный для тебя знак. А, главная дорога знак. И главная дорога кончается. Кирпич. Такой же знак, только... Кирпич, да. Только вот, второстепенная дорога. Дорога. Это такой синий знак со стрелкой белой. Ты не знаю, как он называется, но красивый. А какие группы знаков, какие категории знаков существуют? Предупреждающие, запрещающие, разрешающие. Оп, Дима. Ну, это по логике уже. А, по логике? Интересная логика. Алексей, помогайте ребятам все-таки. Всего 8 групп знаков. 8, представляете? Правильно. А тремя учили. Предупреждающие. Да. Запрещающие, правильно. Дальше, ты говорил, главная дорога. Это знак приоритета, определяет очередность проезда нерегулируемых перекрестков. Угу. Дальше, предписывающие, то есть приказные знаки, которые приказаны двигаться в том или ином. Да. Уступи дорогу, это тоже приоритет. Ага. Знаки особых предписаний. Какие? Вот, например, как пример, автомагистраль. У меня таких не знаю. Ну, у нас, ну, просто, ладно, да, у нас дорога с односторонним движением, знаешь? С односторонним движением. Ладно, пойдем проще. Пешеходный переход, синенький. Это знак особых предписаний. А, ну все понятно. Вот, все оказывается просто на самом деле. Сложная формулировка, но особая. Предписывающий, это пешеходная дорожка, кругленький знак. Звоночек. Да, звоночек. Итак, 8 категорий, основные мы узнали. Ребята, принимаем звонок. Давайте, можете все сразу, только по одному говорите, пожалуйста. Дима начинает, ребята там подхват. Сейчас узнаем просто, на чей вопрос будет ответ. Здравствуйте, как вас зовут, сколько вам лет, в какой школе вы учитесь? Здравствуйте, меня зовут Арсений, я учусь в 18-й школе, 8 лет. Ага, на какой вопрос вы хотите ответить? Судя по всему, это вопрос Тимура. Тимур, какая принимай. Какая самая быстрая машина? Итак, какая же самая быстрая машина, Арсений? Бугатти. Ну, на самом деле нет, но да. Ну, Бугатти. Как бы и да, и нет. До недавнего времени... Сейчас, подождите, Тимур знает правильный ответ. Он сейчас все расскажет. Я хочу дополнить, что все раньше думали, что Бугатти, конечно, Верон. Самый быстрый серийный автомобиль. Да. Но сейчас пока что есть машины намного быстрее. Но это не серийные. Hennessy Venom GT 450 км в час. Да, из серийных, наверное, все-таки Bugatti, хоть он и малыми сериями выпускается. А вот Hennessy — это тот автомобиль, который обогнал Bugatti
но он практически в единичном экземпляре. Спасибо, Арсений, это правильный был ответ в любом случае, поэтому выбирай подарок, билет или книга. А сколько? А знаю. Билет. 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 Миша предлагает билет. Приглашение на двоих в кафе «Зоки». В кафе «Зуки» приглашаем тебя, Арсений, сходи обязательно. А как забрать билет, расскажем за эфиром. Спасибо большое. Дорогие друзья, ну, как мы говорили, время, тема очень интересная. Говорить можно бесконечно, особенно в нашей мужской практически компании. Спасибо еще раз, Наталья. Спасибо, Наталья. Ну, куда бы мы без женщин, да? Вот все равно за знание правил, за получение прав все равно отвечают женщины. Это, я считаю, абсолютно верно. Поэтому, дорогие друзья, мы... рады, что вы были с нами все это время. Программа «Открывашка» заканчивается. Мы, собственно говоря, напоминаем вам, что мы всегда находимся на волне 101.0 FM в 10 часов утра. Включайте свои радиоприемники, берите в руки мобильные телефоны, звоните нам, отвечайте на вопросы, узнавайте интересную информацию. Увидимся с вами в следующее воскресенье. До новых встреч, хорошего настроения, кому-то хороших каникул, ну и, естественно, замечательной осенней погоды. Спасибо большое. До свидания. Всем пока. До свидания. Детская познавательная программа «Открывашка».